120 тысяч долларов США. На такой взятке попался начальник одного из отделов структурного подразделения нацполиции. О задержании этом написал в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Он сообщил, что деньги злоумышленник вымогал у подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью. Обещал освободить его от уголовной ответственности. Полицейскому и его соучастнику уже определили меру пресечения. Это содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 1 000 000 гривен.